Теперь прошу прощения, я должен нанести мужскую подводку. Фу, Линкольн, ты опять засорил туалет? Я папе скажу. Почему ты думаешь, что это сделал я? Может, потому что ты устроил больше наводнений, чем бобры в Канаде по весне? Прощай, ливерная колбаса. Я папе скажу. Мама не заставит меня надеть тебя, если тебя не найдет. Я папе скажу! Кто-нибудь видел мои диски? Я должен сегодня позаниматься для вечернего караоке. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла. Я папе скажу! Все правда, но в этот раз это был не я, клянусь! Да, пропала моя суббота. Забудь про этот жалкий вантус, пап. Это засор 5-го уровня. Тебе нужна большая Берта. Ну, мистер, спусти диски в туалет, полагаю, это твоя работа? Нет, папа, ну честно, это не я. Но кто-то это сделал. Туалеты не засоряют себя сами. Пока один из вас не признается, все под домашним арестом. Но, пап, меня нельзя под арест. Конвент через пару часов, а мне надо получить автограф на комикса со сметки. Пока виновник не найдется, всем дома посидеть придется. Большая Берта идет. Ну, я не буду сидеть за это преступление. Я найду, кто тут настоящий засорщик. В стиле аса с метки. Вот, блин. Нет очереди в туалет? Круто! Чего ты орешь, брат? Ты меня разбудил. Смотри, ванная просто отвратительно. Ты прав, бро. Мы не можем так дальше жить. Сейчас все почистим. Начнем с туалета. А? Эй! Головомойка, братец. Все прошло, вонючка. О, ты в норме. Потряси, пройдет. Леон, поцелуешь мою бабоньку, чтобы прошло? Ай! Поцеловать бабоньку? Неважно, я, кажется, на... Линкольн? Фу, спасибо, Люс! Линкольн, ты там в порядке? Ага, Клайд, все просто отлично! Работы для меня полно, тут есть что починить. Хоть дело маленькое, но большое дело нужно смыть. Пускай бурлит струя, но петь буду я. И тик-ток все чинить, вот песня моя. Мощная песня, Ланс! Что за песня? Ну, которую ты сейчас пела! Я не понимаю, о чем это ты, я вовсе не пела. А эта крошка запоет, когда я заменю рычаг Смыва. Итак, свет стоит как надо, цветы есть. Пора сделать селфи в зеркале, буквально классика. И готово! Лана, что ты делаешь? Устанавливаю клапан Смыва. Уходи! Я думала, что именно ты оценишь смывание под давлением. Прочь! Да, этим Кэрол не победить. Удалить! Похоже, кто-то опять застрял в ванной. Кто-нибудь освободите меня! Бобби придет делать со мной уроки, а у меня лишь 3 часа, чтобы подготовиться! Этот дом буквально разваливается на части! Лори права. С 11 детьми, зверями и 2 родителями, которые пытаются чинить все сами, наш дом напоминает, как бы сказать помягче, катастрофу. У нас проблемы с водяным давлением. Пойду займу воды у Чарльза из миски. Фу, у тебя совсем нет достоинства! Побыстрее, побыстрее! Док, 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 кто же там застрял? Я больше не могу! Нет, пупсичек, ты первый. О, детка, я тебя всегда пропущу. Ты мой номер один. Нет, ты мой номер один. Что ж, тогда я вперед пойду. Блин, Лаут побеждает! Стойте, мне это нужно.
Ладно, в ванную никто еще не ходил, поэтому, я полагаю, нас тут ждут розыгрыши. Супер! Развяжи меня! Прости, я все еще жду сока. Я не знаю. Ты хочешь найти этого шутника или нет? Ну что ж, ладно. Фу, Чарльз, здесь небезопасно. Погляди сюда! Ну, ты уже поняла, кто это? Нет. Кто бы это ни был, он хорош. Не оставил ни единой улики. Идем, продолжим поиск. Что? Новый парень и старый парень ушли гулять вдвоем без тебя? Ленни, ты опять там? Мой брат очень хочет зайти. Прости, я сейчас выйду, только помою руки. Очень жаль, ребята, но мне надо идти. О, значит, те твои друзья важнее, чем моя жизнь. Фиона, все совсем не так. Вот она что, ты говоришь со своими друзьями с работы? Ленни, все хорошо? Мне очень жаль, я все уберу. Не беспокойся, Мэнди мне поможет. Мы не хотим отнимать у тебя время. Да, и мы тоже. День уборки в доме Лаудов и моя работа выносить мусор. А в такой большой семье, как моя, уборка непростое дело. Но мы справляемся, ведь каждый делает свой вклад. Уборка окончена. Ну, может, кроме одной Лени. Ту-ту-ру-ту-ту. Этап третий. Кот, смывай. Вот и оно. Вот и потекло. Фрида, эта книга об истории водных горок восхитительна. Я как будто правда в аквапарке. Ну так еще хуже. Эй, ты тут скоро заканчиваешь? Подруга, скоро заканчиваешь, но ты даешь. Ну ладно, все собрались здесь, живо! Я вижу, что вы пытаетесь сделать, и это не сработает. Я ушла из комиков. Ушла из комиков. Классно, Луан. Ленни, ты вообще тук-тук? Кто там? Мука. Полотенце, полотенце, где полотенце? Не сдавайся, никто не любит грызунов. Мистер Накамура, что вы тут делаете? Мой туалет не работает. Прошу, помогите, мне сейчас очень нужно. Не волнуйтесь, Гектор его починит. Что? Почему сразу я? Потому что мои такос, которые ты просил продавать, золотая жила. Ты забыл? Прошу, кто-нибудь почините скорее. Наверное, несложно починить туалет. Веселая неделя была. Учись дома! Учись дома! Учись дома! Было здорово, но завтра, наверное, все же следует заняться учебой. Точно. Мы обещали маме выполнить все задания. С другой стороны, завтра пятница. Можно сказать, выходные наступили. Можно подождать до понедельника и начать. Точняк, сестра! Почему вы до сих пор болтаете? Марш уже в постель! Завтра будет тест в 8 часов! Тест? Какой тест? Так все и учатся дома. Каждую пятницу ты пишешь тест, чтобы было видно, что ты учился всю неделю. Что? Почему нам об этом не сказали? Алло! Об этом пишут на второй странице. Так далеко, на второй странице? Ну, конечно, мы не заметили. А если мы не сдадим, то мы... Да, обратно. Опять.
дороге. Деньги вы поделите, все понятно. Теперь это не деньги. Томатный сок справится с этим запахом. Нет, а ну прочь от моей сестры. Народ, небольшая проблема с душем. Принято, сестрянка. С этой моделью я никогда не работала, но думаю, можно что-нибудь сообразить. Ого, Лана, это было потрясно! Вот визитка, рекомендуйте меня всем. Линкольну придется пойти в туалет. И вот тогда он очень сильно удивится наждачке вместо туалетной бумаги. Хорошо, с пастой я закончила. Ой, запачкала ладони. Сид, нет! Так, минус ячачка. Мамочки, Руниен, мне очень жаль. Давай я все ототру. Готов, мальчик-орел? Вот обед. Может, и правда был корги? А как насчет индейки в желе? Ну же, Лили, сядь уже на этот проклятый горшок. Давай, я дам тебе печеньку. Давай, ага, мы дадим тебе печеньку. Сюда. Надо только пописать. Не бойся. Вот так, Лили, ну. Ау. Так, Лили, бросать печеньем это не... Лили, ходить на горшок это просто. Посмотри на папулю. Ау. Ау, вот это супер, я застрял. Рита, помоги. Кажется, мыться тебе понравилось. Да, от меня там такая коричневая вода текла. А вот это самое лучшее. Я нашла его в сливе, можно оставлю? Конечно. Лола, познакомься с моим другом Волосатиком. Нельзя, чтобы сестры узнали, что я читаю принцессу Пони. Ты знаешь, какие они? Они бы смеялись надо мной до конца жизни. Так зачем ты тогда ее читала? Даже мне нужен отдых от тьмы время от времени. И как она оказалась в унитазе? Туалет — единственное место, где я могу спокойно читать. Я читала ее прошлой ночью, а потом услышала, что кто-то идет, и запаниковала. Что происходит? Братец, если у тебя есть ценные вещи, сложи их в комнате безопасности. Почему туалет комната безопасности? Потому что с прошлого лета там стоят камеры. Это ты их установила? Нет. Это же лучшее место, чтобы отложить депозиты. Дошло? Фу, мякость! Ты оставляешь меня в заперти с графом Страшулой? Ох, умоляю, это Эдвину следовало бы жаловаться. Санчо, где же ты? Санчо, не время купаться в туалете! Ай, прости, Серхио. Почти закончил. Хорошо, я подожду снаружи. Санчо! Ой, ну вот. Что это за странная блестящая тряпка? Это называют платьем, Лана. Стой спокойно, нужно поработать. О, пахнет как принцессин пук. О, привет, Лола. Твой лак для волос отличный дезодорант. Здорово маскирует едкий мужской запах. Поможешь отклеить мои руки? Вы можете почувствовать легкий дискомфорт и... Я наслаждаюсь ночными прогулками, Зубастик. Народ, это выглядит так здорово! Мы буквально должны работать дизайнерами интерьеров.
Привет. Почему вы красите ванну в мой самый нелюбимый цвет? Мы все проголосовали за него на собрании младших, помнишь? Итак, судя по остаткам краски из гаража, у нас есть выбор: розовый или черный. Вы же все за розовый? Да! Круто! Единогласно, значит, розовый. Вздох. Ну, меня там не было. Но, конечно, как обычно, никто не заметил. Ой, да ладно! Не сильно преувеличиваешь? Упс! Прости, я тебя не заметила. Уху, шикарное место. Я тут целый день просидеть могу. Простите, забыла поставить знак «Мокрый пол». Горячий сыр! Вкусно. Побыстрей! Ты хочешь выпотеть этот жуткий прыщ? Ты уверена, что это поможет? Брат Марго говорил, что поможет. Это значит, так и будет. Стоп! Брат Марго говорил, что ягуары выиграют в этом сезоне, а они слились. Что ж, прости. Обычная жизнь была так трудна. Мелли! Мелли! Мелли, мне очень жаль. Лола, не надо, тут пол противный. Нет, я противная. Я ведь должна была помочь тебе, но я не выслушала, что нужно тебе, и рассказала всякую чушь, что подходит лишь мне. И все только, чтобы выполнить требования для конкурса. О, я поняла. Ты победила? Я ушла оттуда. Я не заслужила ту корону. И я не хотела портить тебе день в молочном парке. Здесь вообще-то обычно очень весело. Покатаемся на горках? Может, карамельное яблоко? Хорошая идея. Но сперва у меня подарок. Пейте, дети, молоко. Мой любимый цвет. Так, все за 2 минуты. Моюсь, чищу зубы и стираю. Вперед! Через 2 минуты. Вот ведь. Эй, тут дверь в туалет сломана, я не могу выбраться. О, держись, я зову Флипа. Это для нее нормально, надо просто с ней поласковей. Пакость, вы должны мне дверную ручку. Держись, пупсичек, пожарная команда уже в пути. Надеюсь, что они скоро. Ты же знаешь, как я боюсь замкнутых пространств. Не волнуйся, я отсюда не уйду. Буду на связи, пока они не приедут. О, спасибо, детка. Так о чем нам поговорить? Я расскажу о том, что случилось на математике. О, да, очень хочу послушать об этом. А на прошлой неделе было новое блюдо из трески. Круто, типа рыбных палочек или вроде рыбного филе. Ну что, так ты бы предпочла отказаться от сыра или от десерта? Обалдеть! Трудно! И не говори, потому что как же тогда... Чизкейк! Это так мило! И так просто! Но в чем же были наши трудности? Да я без понятия. Наверное, нелепый разговор выбил меня из колеи. И меня! Может, мы пытались чинить что-то, что не сломано? То есть... Мы же любим друг друга, так? Конечно! Ты же самое лучшее, что у меня есть. О, пупсичек!